Да-да, тут за нами. К нам приходили уже. Ночью, суки. В грозу. В ливень, гроза. К нам пришли. Вот так, на. Понимаешь, у них, они же такие же, как и мы. Это не немцы какие-то, они такие же, как и мы. То есть у них мышление такое же, как у нас. Тут только у них оружие помощнее, чем у нас. В разы. Даже? Да. Вон, у них дроны летают. То есть они видят людей, сами наводятся и сами в них уже взрываются. Раздолбали. Мы знаешь, уже сколько людей положили. Морги переполнены все. Воронеж, Белгород, Питер. Вон к нам этих азовцев привезли, 200 человек, что ли. Куда? Сюда откинешь, ну. Азовцев? Ну, на атомной тюрьме вроде сидят и их. Хрен её знает, что-то так не сказали. Сука, разорвите их нахуй там. Не знаю, на тюрьме там что ли разрывать или есть. Так помимо вот этого Азова, тут еще батальонов море, куча. Батальон Кракен, правый сектор, еще много всяких вот этих вот нацистов, дебилов. И руководит ими Зеленский лично. Развел тут фашизм, блядь. Урод, мы теперь страдаем. Я никогда бы не подумал, чтобы Россия с Украиной воевала. Вроде как славянские, братские народы, а тут как... Мы же, говорю, одинаковые, еб. Ну, только разговариваем маленько по-разному, и все. Ну, это хуйня. Странная командировка. Да. Командование на нас забило. Просто как отданы, сами себе относятся к свиньям. Вот так вот. У нас осталось отроты, ну, дай бог, взвод. И у нас полный штат 109.